Артем, ну, по горячим следам поделитесь, пожалуйста, с впечатлениями о прошедшем матче, каким сложился для Паки. Ну, мы представляли, что будет очень серьезная игра с очень хорошим соперником. Так оно и получилось. Но я не скажу, что хорошее поле было. Поле повлияло как бы на игру. Привыкли к одному полю, здесь приехали искусственное поле. И еще... Ну, так как бы старались, могли забить, могли как бы и... проиграть игру, но в большей степени могли и выиграть. То есть, думаю, по игре заслуживали больше, хотя и тяжелая игра была сейчас. Артем, что случилось в том эпизоде, когда в итоге тебе пришлось поле покинуть досрочно? Ну, я так моментом не помню. Помню, что вроде бы был первый на мяче, а соперник спина, он просто, может, меня не видел. Как бы я пробрасывал мяч, а он выбивал. И получилось, что он попал ногой по лицу. Просто небольшое сотрясение, то есть, ну, не то, что сотрясение, просто немножко потерялся. Из этого как бы заменили. Скажи, пожалуйста, ну, по твоим ощущениям, сегодня скорее одно очко «Факел» приобрел или два потерял? Честно сказать, я думаю, что два потеряли, потому что у нас и подходов больше было, и остроты больше было. Могли больше забить, то есть, ну, моментов, я имею в виду, больше было. Думаю, что в этой игре мы потеряли два очка, чем соперник.